Один телефонный звонок этим вечером мы вот печальный итог. Вперед взгляд в потолок и танцы холодных пальцев по страницам, когда не спится. Говно прочитанных книг, где зашифрован неотведал голос тех книг, что еще помнят вкус твоих слез. Когда рыдает, рыдает надежда перед закрытой дверью, но я умею убить ее прежде, чем успеть насладиться ею. Один, блуждаю взглядом по стенам без картин, ты мне дам никотин. И танцы холодных пальцев по страницам, когда не спится. Танцы холодных пальцев, танцы холодных пальцев, танцы холодных пальцев по страницам, когда не спится. Танцы холодных пальцев, танцы холодных пальцев, танцы холодных пальцев. Так, добрый день. Нет, эфир мы начинаем. У нас музыкальный повод. И сегодня у нас в гостях гости из Екатеринбурга. Андрей Лисецкий, группа «Аватара». Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Я слушала и вас, думаю, что ж такое спросить? Честно сказать, вот хочется просто слушать. Но тем не менее, как нашли друг друга, как вообще вот группа сформировалась? Или долго искали, или вот... Ну, как это обычно бывает, все вдруг вот так сложилось. Да как сложилось? Нет, коллектив у нас достаточно длинной истории. Микрофон не включен, да? Угу. Включен теперь, да? Да. Ну, мы это коллектив с достаточно богатой историей. Мы существуем сколько, наверное? 13-14 лет, 2004 года. Солидно. Вот, да, конечно, этот состав менялся. Сейчас со мной... Новые молодые музыканты замечательные. Назовете, как зовут? Да, пожалуйста, конечно. Это наш, можно сказать, жемчужина нашего коллектива. Аня Севкова. Она играет на барабанах. Максим Спиридонов, саксофон альт. И Роман Буров, саксофон баритон. Наш электрический состав, он просто, видите, такой достаточно по-своему оригинальный, потому что... Мы играем, в принципе, обычно без гитары, то есть это бас, барабаны и два саксофона. Uh-huh. Причем этот бас, он у меня такой, скажем, это инструмент, который я придумал самостоятельно, на нем три струны. И я играю как бы слайдером, на нем такие определенные рифы, которые поддерживают вот пачки саксофонов. Ну и, в общем, это... Ну, ты не первый придумал. Ну, да, это похоже на в чем-то группу «Морфин». Сравнивают нас с таким американским коллективом. Я хочу спросить, извини, перебиваю, как так получилось, что девушка у вас играет на ударных, на барабанах, да, правильно поняла? На ударной установке. Даня, скажи, как у тебя получилось? Как так сложилось-то? Играть на барабанах, расскажи. Мама отдала играть на барабанах. То есть обычно мама отдает играть и учиться на пианино там. Нет, мама отдала играть на пианино. Вот. Вот это я теперь понимаю маму. У нас в пианино возник конфликт, и мама решила, что лучше барабаны. Ну, то есть конфликт возник еще в музыкальной школе, наверное, да? Да.
Хорошо. Ну, молодец мама, что она так переформулировала, да? Один инструмент в другой. А что еще сыграете? Ой, да, пожалуйста. Может, будем пользоваться сегодняшним моментом, что вы к нам пришли, и будем меньше говорить, больше слушать. Хорошо. Не играем механики еще. Да, мы как раз об этом скажем, что у вас сегодня концерт механики. Прямо сегодня в 28 часов. Катастрофа, да. Через небо напролом. Кто из дома, кто-то в дом, кто над кукушкиным гнездом, где стаи сонно проплывают, и добавляя сливки в кофе, не все, конечно, понимают, что оказались в катастрофе. А там внизу холодный Питер куда-то катит свой трамвай, где ты осталась на орбите. Мною не расколдованных тайны ночь застыла где-то справа, и время медленно идет. Никто не крикнет пилотам браво, и наш не сядет самолет. Летит, летит стальная птица, и никуда не приземлится. И люди сыты, баки полны, и шепчут свет радиоволны. Про запасы аэродромы голос диспетчера встревожен, а мы с тобою не знакомы и познакомиться не сможем. И на секунду станет тихо, и где-то на середине пути я отыщу аварийный выход, и вдруг решу, что мне пора сойти. Сойти туда, где зима, сойти туда, где ты. Просто сойти с ума, вернуться в этот трамвай словами неторопливыми, прижаться к тебе, и пускай мы просто останемся счастливыми. Но 10 000 под крылом, через небо напролом. Кто из дома, кто-то в дом, кто над кукушкиным гнездом. А стюардессы носят кофе, стюардессы носят кофе. Им немножко неуютно в этой песне катастрофе. А стюардессы носят кофе, стюардессы носят кофе. И как будто моя песня катастрофа. Я хочу Сергея Кучевасова приветствовать, корпорация «Вечность». Она за кадром сидит. Привет, привет. Она есть. Вечность есть. Включен, да. Работает, да, микрофон? Да, Сергей включен. Скажите нам, пожалуйста, труднее ли привозить иногороднюю команду сюда вперед? Потому что вы обычно продвигаете наших всяких инди-мастеров. Вы просто плохо за нами следите, потому что в ноябре у нас был Ижевск, Москва, там кого только не было. И вот наконец-то приезжает ТИКАТ, который к нам близко. Который рядышком. Я не знаю... Сложно, ну как, было как, то есть позвонил мне Костя Завалин, сказал, давай привезем аватара, я сказал, давай, и вот, собственно, вся сложность на этом закончилась. То есть это аватара, я первый раз про нее слышу, но люди-то знают про нее.
Ну да, не, ну я, честно говоря, не скажу, что я какой-то дикий поклонник, на некоторые музыкальные вещи мимо меня проходят. Но, например, я увидел шикарный пост там Димы Михеенко, да, блюз-собеседник. То есть это как бы пермская тусовка отлично отреагировала, то есть там и в Фейсбуке, и ВКонтакте комменты, что ура-ура, наконец-то мы это все услышим в Перми. Так что мы тут не прогадали. А их сложнее продавать у нас? Ну понятно, что звезды, которые федеральные, их можно продать, а вот все-таки соседей, ну, тут, пока тут, они не стали звездами федеральными. Мы по большому счету не занимаемся продажами. То есть мы обеспечиваем как площадку, информационную поддержку, да, и некую финансовую там подушку. То есть и ребята приехали сюда, они понятно, что они все миллионерами отсюда от нас не уедут. То есть дай бог мы окупим проезд, там, проживание, еще какие-то там нюансы там, и так далее. То есть мы сейчас говорим не о чистом зарабатывании денег, да, а существование музыкальной культуры вообще как таковой, потому что без концертов она невозможна. Ну, не секрет, что Сергей Кучевасов у нас еще и обозреватель звезды, не только музыкальный, но и общественно-политический. Сейчас деанонить всех будем, да, то есть как бы там по всем фронтам. Ну, да. Вы же там пишете не под своим именем, все нормально. Ну, то есть как бы это тоже ваша миссия продвигать, как сказать, музыкальный вкус в широком смысле, что ли, да? Слушайте, ну как, ну блин, вот эти вот миссия, да, то есть там сверхзадачи, ну это вообще не ко мне, ну посмотрите на меня, ну о чем мы говорим. То есть, на самом деле я сюда попал случайно, да, во всю эту как бы историю. Ну просто деваться было некуда, потому что, ну вот так, этим надо кому-то заниматься. Вот. Ну а мне, заканчивая свой запрос, мне нравится название корпорация «Вечность» представляет. В этом есть что-то. Да, наши пиарщики очень долго над этим думали, да. Спасибо, Влад. Может, споем еще что-нибудь? Я думаю, что много мы уже поговорили. Давайте что-нибудь споем. Поете и играете, особенно саксофон, потрясающе. Я любитель вот саксофона. Сразу скажу, почему. Потому что я та мама, которая все-таки свою дочь я заставила закончить музыкальную школу. Я преподавала 13 лет в музыкальной школе. Поэтому мне безумно нравится, как вы поете. Это вкусно. Спасибо. Давай что-нибудь новое. Сразу же. Ты не умеешь. Ми будет тональность. Давай поджимуем просто что-то. Я исполню песню «Жарю рыбу, жарю блюз» называется. Скучаю, детка, и ты одна. И джин мой крепкий, как моя вина. Загляни ко мне сегодня, детка, загляни опять. Я тот человек, что никогда не заправляет кровать. В доме грязно-грязно, я холостой. Выбор-то не классный, но выбор мой. Загляни ко мне сегодня, детка, загляни опять. Я тот человек, что никогда не заправляет кровать. Я много лет нес глыбу, а теперь боюсь. Так что просто жарю рыбу и жарю блюз. Загляни ко мне сегодня, детка, загляни опять. Я тот человек, что никогда не заправляет кровать. Купил бутылку Бордоля Круз, пожарим рыбу, покурим блюз. Загляни ко мне сегодня, детка, загляни опять. Я тот человек, что никогда не заправляет кровать. Я тот человек, что никогда не заправляет кровать. Thank you.
вам вкусно пожарили рыбку. Вообще, можно узнать, вот это совместное творчество, или кто-то у вас сочиняет музыку, кто-то стихи, и как-то вот потом это все переваливается, аранжируется? Ну, я пишу, да, песню, значит, автор текстов я, ну, и какой-то вот этой аккордовой музыки я. Я ее приношу, конечно, в коллектив, и ребята, они делают аранжировки, каждый под свой инструмент. У нас реальная демократия. Угу. То есть, ну, как бы там какое-то финальное слово, может, за мной остается, но как бы делает каждый, как решит сам, потому что, ну, он владеет этим инструментом, и поэтому что ему указывать, хочется... как он там должен играть. Он сам лучше знает, как играть на этом инструменте. Вот, но музыку мы все время играем авторскую, и как бы вообще мы, ну, как бы ставим перед собой такую задачу, чтобы творчество, оно было достаточно осмысленным, иначе вот в этом как бы... Ну, вроде как и ничего и нет. То есть, а не хочется... Не хочется, чтобы искусство было декоративным, понимаете? Mm-hmm. То есть, а мы сейчас живем вот в такое время, когда очень много искусства декоративного. То есть это декорация, за которой нет никакого смысла, никакого содержания. То есть ты не заберешь с собой куда-то строчку, чтобы потом думать, чтобы как драгоценный камешек где-то сложить, да, чтобы вот mm-hmm. потом этой поэзией как-то дальше жить. Mm-hmm. То есть большинство... вот. Ну, музыки, которую мы сейчас имеем перед собой, это, конечно, ну, такое искусство. Это не картины, которые повесят в музее, это картина, которую ради дизайна, да, там где-то. Соглашусь. Вот. Ну, а вот, допустим, сегодня сыграли, да, на следующий концерт хочется что-то улучшить, как у нас, да? То есть вот есть, и хочется что-то еще добавить, изменить. Такое есть? Безусловно. А как? Вот. Я за это. Да, а мы очень меняющийся в этом плане коллектив, то есть вот сегодня, придя на концерт, вы услышите нас в абсолютно другом звучании, есть еще второй акустический состав, где у нас играют струнные, виолончели, там скрипки, то есть мы считаем, что форма на втором месте, важнее содержание, то есть главное, чтобы оно было, а там уж какая будет форма, она может меняться. Давайте тайну только приоткроем, где мы сегодня играем, а то люди-то, наверное, бьются в истерике же там. Сегодня в баре «Механик», Пушкина, 29. В 8 часов, да, 20.00, да. Ну, я так понимаю, что у нас эфирное время заканчивается. Еще есть время. Ура! Тогда мы еще что-то слушаем. Что? Да, вы знаете, давайте мы споем песню. Она называется «Вальс у обочины». Она, кстати, связана с Пермью. Потому что написал я ее в дороге с фестиваля Rockline. Мы здесь играли в 2012 году. И это был очень долгий наш путь домой. Ну, то есть мы реально очень долго как-то добирались. Были все уставшие. И родилась песня, она называется «Вальс у обочины». Однажды проснутся пернатаю птицы от того, что ты рядом, мурашки по коже. Если ты есть, я иду к тебе, Боже. Долгой дорогой домой, и руки мои, как два крыла бумеранга, и где-то здесь танцует мой ангел. Мне как ребенку в долгой дороге домой. И нет ничего, что кажется важным, если ты очнулся однажды. Вы танцуем наш вальс у обочины.
вернется в круг, а я запомню тепло твоих рук. Долгие дороги домой, расставляя вокруг себя многоточие, мы танцуем наш лай собочный. Думаю, вот спрашивать вообще ничего не охота. Так все понятно, что как... А как, два главных же вопроса всегда, как вам петь, какие творческие планы? А, ты знаешь, вот терпеть не могу всегда у музыканта, спрашивают, какие ваши творческие планы, потому что, наверное, у самого много часа. Как вам петь нормально прокатывает, да? Да, как петь, ну, как человек сказал это слово, я уже поняла, как ему петь. Вообще, музыкантов, ну, вот я сама музыкант, я помню, что это титанический труд. Вообще не надо встречаться, постоянно репетиции, это уже как в крови, да? Ой, вы знаете, да мы кайфуем, не, мы же занимаемся вот этим в свое удовольствие, мы как бы... Где деньги, Зин, опять же, да? Ну, нет, деньги никому никогда не мешали, деньги, ну, какие-то деньги, они не есть в любом случае. Ну, как бы, что за них? Ну, вот я тоже всегда приверженца того, что, ну, это вот не всегда бывает первостепенно. Да, мы об этом, конечно, говорим, но творчество, оно как-то идет немножко своей жизнью, живет. Вот, и поэтому, я думаю, что шеф-редактор отвечу я, что не всегда начинаешь думать именно об этом. Да, прошу вас. Я вот не согласен тоже, кстати. Хочется, да, чтобы инди-музыка училась зарабатывать деньги и не 3 копейки. Нет, ну надо понимать, что... А 33 доллара хотя бы. Да, тут даже дело не в благосостоянии в некоем, да, просто когда человек работает, да, работает, а, и потом в свободное от работы время занимается музыкой, это все-таки некая, ну, без обид, некая ущербность в этом есть, да, то есть как бы нужно заниматься именно музыкой 8 часов в день, ну хотя бы 6. Абсолютно, абсолютно. Да, иногда, да, чтобы потом... Мне понятно, что мы знаем кучу вариантов, когда люди там, ну, так удобнее, так лучше все-таки получается. Опять же, на вот что мы просто не, другой пример, недавно разговаривал с Павлом Силуком, да, с нашим писателем. Ага. Он говорит, писать по 8 часов в день, тут есть две причины, да. То есть, во-первых, ты в определенный момент понимаешь, может, ты вообще не писатель, то равно как и музыкант, да. Да. А с другой стороны, ну, это как бы все-таки начинаешь как бы к этому относиться очень серьезно. Так что деньги нужны. Мы все для этого делаем. Не все получается, но мы стараемся. Вот. Ну, еще есть 3 минуты. Вот прямо под занавес на 3 минуты что-то. Давайте я спою песню, которая называется «Влюбленные в бурю». На 3 минуты, да? Надо петь быстрее, значит, да? Ну, мы еще раз скажем, что в 8 часов будет полный концерт, двухчасовой концерт. Нет, то есть 20:00, это как бы Пушкина 29, Барыкина. Да, а сколько по времени концерт будет? Мы играем обычно, то есть с аппаратом до 10, а потом без аппарата там уже как покатит. Здорово. Андрей Лисецкий и группа «Аватара». Черные казались ночи, но не нам обречены. И снова в пене разбежавшейся волны кричала птица, что зовут ее Стратим. И этот берег был высок, непобедим. И рассказал нам между строк, что мы хотим, чтоб навсегда покинул Бог нас в этот час. Чтоб неизбежностью кружилась голова. И это море, что волнуется раз, и это
свои глаз, влюбленных в бурю не замкни. Замри, смотри, как тонут эти корабли, большие, сильные, как древних короли. Бездны прочитаны, отплыли от земли, их дни отсчитаны, их мало впереди. Но глаз от бури никогда не отводи, и пока я ли не у тех проси святы, что бурь не знали, не спеша слагали стих о том, что Бог наш милосерден, это ложь. Один лишь труд усерден унимает дрожь, чтоб никогда уже не повернуть назад, чтобы недостижимой пристани сказать.